«Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел-Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски». Больница. Эмламвер. Инфекционная больница. Инфекционный Эмламвер. Инфекционная больница. Инфекционный Эмламвер. В Башкирии из-за коронавируса за 3 месяца обещают построить новую инфекционную больницу. Пошкартелошты коронавирус ланкера кум тылзе жапышты инфекционный Эмламвером чонген шукташ мутам пуат. В Башкирии из-за коронавируса за 3 месяца обещают построить новую инфекционную больницу. Пошкартелошты коронавирус ланкера кум тылзе жапышты инфекционный Эмламвером чонген шукташ мутам пуат. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел-Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски».